освободитель. Смотрите, что сделали. Это они вот встречали. Это только окраина. И до сих пор они его обстреливают, этот населенный пункт. Люди жили себе. Свежий приход. Свежий. Еще порохом пахнет. Смотрите. Люди строили. Жили все спокойно. Есть новые домики, есть старые домики. Но жизнь шла. Люди старались. Окна, евроокна ставили. Новые крыши там видно делали. А вот приехали освободители. И помогли.